Даш, а у тебя есть самокат? Да, часто с подругами катаюсь. Это классно. А вот правила дорожного движения ты знаешь? Конечно. Если ты на самокате, тебе нужно перейти через переход, нужно слезть с самоката, посмотреть по сторонам и пойти пешком, передвигая самокат. Ага, все правильно. Но чтобы тебе напомнить еще о некоторых, но очень важных правилах, предлагаю посмотреть сюжет. Лето – это замечательное время, веселая и радостная пора, когда дети большую часть времени проводят дома, на улице, в кругу сверстников. Чтобы лето обошлось без неприятных последствий, каждый ребенок обязан знать простые правила безопасности во время отдыха. 23 июля в Леневском парке отдыха состоялось посвящение в пешеходы, игровая программа для детей, посвященная правилам дорожного движения. Инициатором проведения мероприятия выступила администрация рабочего поселка Ленева, а организатором – работники Леневского дома культуры. В летний период Леневский дом культуры продолжает работать. Сегодня проведется игровая программа для детей. Очень актуальная тема в летний период. Пешеходы, переход дороги в правильных местах, знание правил дорожного движения, знание знаков дорожного движения. Сегодня здесь несколько подготовлено станций. Они будут проверять себя на знание знаков, загадки будут загадывать. Также будут некоторые эстафеты на быстроту и скорость, ловкость. В ходе развлекательного, но познавательного мероприятия детвора отгадывала загадки и зашифрованные правила дорожного движения. Участвовали в веселой эстафете на самокатах. Это знают пешеходы. Нам его разминовали, где ходить всем указали. Правильно. На дороге встал дозор, пучи глазы. Правильно. За себя вот отвечает, он за себя отвечает. Тихо ехать нас обяжет, поворот вблизи покажет. И напомнит, что и как вам в пути поможет. Я тебя спрашиваю. Ты можешь на свои отгадывать загадки. Да. Все? Наши ребята с удовольствием и с большим интересом справились с поставленными задачами, узнали для себя много нового. В конце игровой программы регулировщик объявил лучших пешеходов. Мы посчитали баллы. 27 баллов. Это большое количество баллов набрал группа Фёдор. Это тебе. Остальные у нас получилось 3 человека, которые набрали на 1 балл меньше. Это Быков, Егор, Иван такой, Балашов, правильно? Иван или Балашов, какой правильный? И Вадим Шумунов. И вы получаете по коробке Чокопай. Подобные мероприятия призваны подготовить детей к встрече с непростыми, а порой и опасными ситуациями. Но все же необходимо помнить, что их безопасность – это в первую очередь задача взрослых. Привет, папа! Привет, мама! Привет, бабушка! Всем привет!